Всем привет, дорогие друзья, с вами Рок-Игрок, и мы продолжаем играть в Uncharted. И это уже у нас третья часть, Иллюзия Дрейка, обновленная версия. Так, ну что ж, приступим, давайте посмотрим. Ну и да, кстати, я на новый формат перехожу, кому интересно, а кому нет, тогда и не слушайте. Буду немое прохождение делать. Ну и проходить я буду полностью игру, то есть я буду выливать в YouTube всю игру Uncharted 3. Сразу. Не по частям как надо, а сразу. Ну, она будет по частям, по главам, но полностью в этот день вся игра будет пройдена. Так, новая игра. Компания. Берем уровень, как обычно, стандартный. Сохранялка у меня тут вылезла. Сохранили. Все, в путь. Что у нас тут крутиться будет? О, колечко крутится. Ну что ж, дорогие друзья, наслаждайтесь немым прохождением. Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума. Но стоит им проснуться, как мечты их обращаются прахом. Но есть и другие. Те, кто грезит наяву. Опасные люди, ибо они идут навстречу мечте с открытыми глазами. Это сделал я. Руки вверх. Любишь свою работу? О, да, обожаю. Теплый прием. Оружия нет. Прошу извинить. Это вынужденная мера. Полагаю, вы Толбот. Мистер Салливан и мистер Дрейк. Это я. А ну у вас? Сначала покажите деньги. Картер. Все здесь. Показывайте. Я должен его проверить. Конечно. Серебро. 16 век. Елизаветинская эпоха. С девизом сэра Фрэнсиса Дрейка. Что ж, кольцо подлинное. Ну, конечно, подлинное. Позвольте спросить, а откуда оно у вас? Это важно. Мой клиент будет доволен. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста. Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем, на это пошло, но все к черту. Не в вашем положении ставить условия. Отдавайте кольцо, берите кейс и уходите отсюда по-хорошему. Пока можете. Делай, как он говорит. Вы вор. Надо же, какая ирония. Давай. Стой, это... Все! Этот мой! Один на один.
Да! Давай, врежь мне! Ну! Ах ты, урод! Ну и ну. Ты что, устал, что ли? Ну все, тебе конец. Ну, уходим отсюда. Пошли. Это что? Привет, дистрофик. Держу! Давай, бей его! Не советую, дедуля. Черт! Держи его! Ты пролил мое пиво! Вот, я угощаю. Ладно, парни, хватит уже. А к чёрту! Я присоединюсь. Не возражаешь? Да, валяй. Бей их, парни! И это все? Тебе что, зубы жмут? Черт! Как-то нехорошо вышло. Зараза! Помоги! Спасибо. Готово. Черт. Плохо дело. Давай. Сейчас. Сейчас, погоди секунду. Я догоню. Так, я готов. Это очень утомительно. Стероиды зло. Ты там живой? Ты ранен? Только моя гордость. Им будет нужен Вантус. Пошли отсюда, Нейт. Пошли через черный ход. Держи их! Старый хрыч за мной! Ну как тебе? Ты готов? Да. Пошли. Упс. Черт. Ох, засада. Ну давай, иди сюда. Америкашка. Один треп.
Эй, эй, хватит с него. Да, приятель? Стоп. Лежать. Ну, Виктор? Кейт? Все бродишь по подворотням со своим протеже? Подумать только, в твоем-то возрасте. Это вы, ну конечно. О, осторожно, вдруг растаете. Тот же дерзкий щенок. Такой смелый. И все-таки чего же ты боишься? Ни пуль, ни крови, ни зверской боли. Нет, тебя все это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. Не бойся, Виктор, я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое. Отдайте. Катер. О боже, что ты наделал? Ты. Болван. Не стоит благодарности, мадам. Марлоу, вам нужно уходить. Ну, пристрелил мерзавцев, что с того? Эй! Ладно, поехали.